Ну, у меня тема, может быть, непростая, может быть, специфическая. Имею отношение как к трансплантологии, так и к онкологии. И хотелось бы просто в плане вопроса, в плане какой-то, может быть, последующей дискуссии отразить тематику, да, данную тематику. Ну, хочу сказать, что название темы звучит интригующе, но полноценно осветить тему, может быть, удастся, может быть, не удастся, но самое главное, чтобы возникли вопросы после обсуждения. Хочу сразу сказать то, что вот у нас в Рязанской областной больнице имею юридическое право, моральное право говорить о трансплантологии, потому что у нас с недавних пор мы занимаемся этой проблематикой. И изначально я врач-онколог, ну и по воле судьбы стал заниматься трансплантологией. Вот, ну, попробуем осветить тему, насколько получится. Если говорить об иммунном ответе, это сложная многокомпонентная реакция иммунной системы организма, индуцированная антигеном, уже расположенным как чужеродный, и направленная на его элиминацию. Вот на данной схеме вкратце показано, как реализуется иммунный ответ, ну, это, можно сказать, и эволюционная, универсальная реакция организма на вмешательство в постоянство внутренней среды. Если говорить о антигене на данной схеме, антиген он может быть различным. Это как измененные собственные клетки, так и с позиции вот, темы моего доклада. Это аллотрансплантат, который является чужеродным априори. Рассматривая вот эту схему, сразу видно то, что в этой сложной многокомпонентной реакции участвует несколько звеньев, представлены несколькими звеньями, посредством которых реализуется непосредственно клеточный иммунитет и гуморальный иммунитет. Это очень принципиальный момент, в том числе и в трансплантологии, и в иммунологии, и онкоиммунологии. И центральным звеном этого всего слайда, может быть, не в центре, является главный комплекс гистосовместимости, который, можно сказать, произвел открытие этого комплекса, произвел революцию, в том числе и в медицине 20 века. Но главный комплекс гистосовместимости, область генома, играющая высокую, большую роль в иммунной системе, как я уже показал, он защищает от чужеродных клеток или антигенов организма. Изначально был такой прецедент, что главный комплекс гистосовместимости, у нас ведь есть множество биологических молекул, они получают название от, по большому счету, того события, когда они идентифицированы, и их функции не всегда совпадают с их названием. Если говорить о биологической сущности главного комплекса гистосовместимости, это в первую очередь распознавание собственно измененных клеток и их элиминация, так как мы с вами прекрасно знаем, что в организме у нас происходит множество мутаций, и постоянство среды является прерогативой иммунной системы. А главный комплекс гистосовместимости, второе название лейкоцитарный антиген человека, он назван лишь только потому, что имел место экспериментальный артефакт, который показал нам о том, что данные гены являются и отвечают за функцию отторжения при трансплантации чужеродных тканей. Вот на данном слайде представлен так схематично молекула главного комплекса гистосовместимости. Известно, что она располагается на 6-й хромосоме и выделяют несколько типов первого-второго типа молекул главного комплекса гистосовместимости. Сразу хочу сказать то, что если рассматривать трансплантологию, то на данный момент перед подбором пары донор-реципиент, в том числе и в клиниках России, и в клиниках зарубежных, оценивается главным образом первый-второй тип. Первый тип – это антиген А, Б и второй тип ДР. Почему они оцениваются? Вариант простой, потому что они очень большое влияние имеют на реакцию, запускание реакции отторжения, и они имеют наибольший полиморфизм. То есть если мы адекватно подберем по этим генам, соответственно, донорские ткани, мы можем реализовывать полноценно терапевтическую хирургическую опцию замены пораженного органа аллотрансплантатом. Ну, здесь в данный момент на этом слайде представлено схематично, каким образом реализуется и потенциал иммунной системы, и потенциал опухолевой клетки. Видно то, что когда антиген-презентирующая клетка контактирует с опухолью, а опухоль – это свои измененные клетки,
она попадает в периферический лимфоузел посредством той реакции иммунного ответа. Наивные, не еще специализированные Т-лимфоциты попадают в, соответственно, лимфоузел, и он встречается с межклеточной, происходит межклеточная трансдукция. И видно, что во время реализации иммунного ответа на этом слайде есть молекулы, это отнюдь не все молекулы, а небольшая толика молекул и генов, которые реализуются при активации иммунного ответа. Мы имеем место иммуносупрессию, подавление иммунитета, CTL4 в данной ситуации, и программирован клеточной гибели лигандом или рецептором. И тем самым это ключевой момент реализации того или иного эффекта в зависимости от того, кем мы являемся. То есть если мы онкологи, это одна ситуация. Если мы трансплантологи, это другая ситуация. Ну, здесь схематично также представлены всем известные, я так думаю, слайды реализации ингибиторов контрольных точек. Хочу просто как бы в общем акцентировать внимание, то, что это очень эффективная терапия, когда мы снимаем тормозящий эффект. Казалось бы, можно было реализовать возбуждающий эффект реализации иммунного ответа, а посредством ингибиторов контрольных точек у нас на данный момент есть лекарственные агенты, которые ингибируют CTL4 и PDL, или PD, которые реализуют противоопухолевый эффект стимуляции иммунной системы. Вот на этом слайде представлены элементы клеточной трансдукции, передачи сигнала. Вот раковая клетка – это антиген, а Т-клетка – это, можно сказать, одна из ведущих клеток при реализации иммунного ответа. И данный слайд в первую очередь относится к реализации молекулярной биологии с точки зрения позиции онколога, онкологического медицинского онколога и онкогенетика. Вот если взглянуть на проблему иммунного ответа с точки зрения трансплантолога, в принципе, реализация эффекта клеточного, в данной ситуации клеточного отторжения, это тот же самый иммунный ответ. Но в данной ситуации все механизмы приблизительно те же самые, но в качестве, как я уже говорил, антигена здесь выступает аллотрансплантат. Запускается каскадный механизм, реализуется как клеточный цитолиз, так и воспаление, тромбоз, нарушение питания посредством гуморального, реализации гуморального эффекта иммунной системы. Хотелось бы уточнить, что эти механизмы являются универсальными. И в 20 веке развитие науки и иммунологии ознаменовалось тем, что эти механизмы выяснены отчасти. И можно сказать, что наиболее эффективной и эффектной реализацией терапевтических возможностей, они связаны с исследованием иммунной системы. Я думаю, что в будущем мы сможем решить ряд проблем, о которых я скажу далее. Вот на этом слайде представлены механизмы и основными иммуносупрессанты и механизмы действия иммуносупрессантов. Хочу подчеркнуть то, что это большинство не основные иммуносупрессанты. Они действуют как на реализации межклеточного взаимодействия иммунного ответа, так внутриклеточно, так интерцитоплазматически. Вот, скажем, если брать препарат белатоцепт, это очень удачный пример, потому что он является, этот препарат белатоцепт является антителом, которое является, по сути дела, агонистом CTLA-4. И уже зная это, мы понимаем, что когда реализуется иммуносупрессивный эффект от препаратов, которые блокируют иммунитет, он диаметрально противоположен к блокаторам контрольных точек, которые используются для стимуляции иммунитета при рецидиве прогрессирования онкологических заболеваний. Поэтому априори, если говорить о том, хорошо или это плохо иммунный ответ, с точки зрения трансплантолога, иммунный ответ нужно подавить. С точки зрения онколога, иммунный ответ нужно усилить. И здесь есть такая дилемма, и бывают клинические ситуации, которых пока мировая клиническая практика много не накопила. Когда мы, реализуя этот эффект, попадаем в тяжелую ситуацию, у пациента, скажем, с пересаженным органом возникает онкологическое заболевание. А доказано, что
опухоли мочеполовой системы, в частности рак почки, возникает 7-8 раз чаще у пациентов с пересаженными органами. Соответственно, это можно объяснить тем, что реализуется иммуносупрессивный эффект. Таким образом, мы не сможем пациентам назначать иммуноблокаторы контрольных точек, учитывая, что пациент может потерять орган и может возникнуть жизнеугрожающая ситуация. Также еще хочу сказать то, что посредством реализации иммунного ответа у нас, соответственно, назначаются препараты, которые имеют в своей основе аутоиммунные заболевания, в частности, там, генерализованный псориаз, различные другие аутоиммунные заболевания, но это не относится к теме моего доклада. Хотелось бы что сказать по сказанному. Если говорить в общем о том, как реализуется иммунный ответ с точки зрения онколога и трансплантолога, то это диаметрально противоположные эффекты. И мы можем иметь несколько клинических ситуаций. Реальной клинической ситуации у нас нет, у меня в практике лично тоже нет клинической ситуации. Но мы можем иметь следующие варианты развития событий. Когда у пациента после пересадки возникает иммунное заболевание, онкологическое заболевание. Если онкологическое заболевание возникло, которое лечится без реализации блокаторов контрольных точек и иммунотерапии, с одной стороны, это даже не с одной стороны, я скажу, что это может быть даже благо для пациента, потому что использовать при возникновении заболеваний с эффективной иммунотерапией мы не можем. Вторая ситуация, которая может реализоваться, это когда мы планируем пересадку пациенту с наличием в анамнезе пролеченным онкологическим заболеванием. То есть риск рецидива заболевания возникает. Поэтому есть условные критерии, скажем, 3-5 лет после ремиссии, когда мы можем выполнять пересадку органа. Как выйти из ситуации и запрограммировать в будущем возможность лечения, скажем, заболеваний, которые лечатся блокаторами контрольных точек и иммунотерапией, выхода из данной ситуации пока нет. Но существуют определенные изыскания умов молекулярных биологов, генетиков, фундаментальных наук. Когда идет пересадка сразу нескольких органов, солидных и иммунокомпетентных клеток, и пересадка костного мозга. Но тогда мы будем иметь еще одну проблему, это реакция трансплантат против хозяина. Поэтому я хочу сказать то, что в итоге, если говорить об иммунном ответе, хорошо ли это или плохо, все зависит от каждой конкретной ситуации. На данный момент ответа на этот вопрос нет, но своим докладом, я думаю, кое-какие проблемы и кое-какие вопросы озвучил. И будем надеяться, что с развитием фундаментальных наук в будущем мы найдем решение на эти вопросы. Спасибо.